Новые амбициозные планы и уверенность в завтрашнем дне. Тольяттинский драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова обрел новых друзей в Самаре. Председатель правления регионального отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова вошла в попечительский совет коллектива. Вот этому театру хочется помогать. И я как член попечительского совета, так же как и Марк Григорьевич, мы видим свои задачи именно помочь театру, чтобы театр мог ставить новые спектакли, потому что для любого театра это очень важно. В преддверии юбилейного 35-го сезона театр готовит премьеру спектакля «Сирена и Виктория», в котором прозвучат музыка и песни народного артиста России, композитора Марка Левианта. Вот этот спектакль, мне кажется, он будет какой-то отдушиной людям сегодня. Он очень, по-моему, вовремя выходит. В ноябре этого года Тольяттинский драматический театр «Колесо» представит на суд зрителей из Самары спектакль «Мой Пушкин» в постановке народной артистки России Натальи Дроздовой. Показ пройдет в рамках фестиваля «Страницы русской классики». Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.